Хранение такого растения, как огородная капуста, обычно не доставляет проблем дачникам и садоводам, ведь она является довольно неприхотливым продуктом. Впрочем, знание некоторых вероятных проблем поможет вам сохранить капусту такой сочной и вкусной, будто ее только что собрали с грядки. В первую очередь отметим, что хранение капусты напрямую зависит от качества ее посадки и последующего ухода. Важнейший фактор – закладка на хранение здоровых кочанов капусты. При этом необходимо грамотно подготовить будущее место хранения. Для этого проводим его полную дезинфекцию от различных грибков и инфекций. В качестве обрабатывающего средства можно выбрать хлорную известь, биопак или белизну. Также для избавления от вредных организмов применяют ультрафиолетовые лампы. Следующий фактор – температура хранения. Лучше хранить капусту в температурном интервале от 0 до 5 градусов. Если вы обернете кочаны пленкой, то это позволит увеличить срок хранения. При ее недостатке кочаны высохнут, а при избытке появится гниль. В помещении должно осуществляться регулярное проветривание. Если его недостаточно, то можно оставить в хранилище тюки с сухой соломой или сеном, они заберут излишки влаги. Также стоит знать основные виды инфекции капусты. К ним относят белую и серую гниль. В борьбе с ними отлично помогают препараты на основе сенной палочки. Приведенная сегодня информация поможет вам грамотно и без лишних усилий хранить капусту, так чтобы с наступлением холодов можно было безо всяких проблем насладиться ее вкусом.